Хорошо, что она тебе прописала. Ну так а чья это вина? Твоя. Вы что, совсем не чувствуете вины? Но если у тебя появится девушка, то будь готов к смерти, только и всего. У этих парней проблемы с головой. Откуда у меня столько знакомых девушек? Платим 5 кусков за каждого. Ради вашего счастья я отдам последние штаны. Играем в короля! Да-да! О чем это ты? Вспомни, что тебе сказал Китахара. Будете с нами? Мы ничего не говорили про сашими, верно? Подловили! Это я. Командуйте, госпожа. Будет домогаться до Чисы, будет домогаться до Ананаки. Все с первого по седьмой что-нибудь с себя снимут. Не слишком ли вы быстро разделись? Стопэ! В чем дело, Айна? Снять ведь можно и носок? Ладно. Тогда все с первого по седьмой не будут раздеваться на следующей вечеринке. Приказы короля не обсуждаются. Тогда третий номер должен обнять человека слева и сказать: «Я люблю тебя, сестренка». Третий номер ведь у тебя? Нет, ошибаешься. Стоп, тогда кто? Это я, сладенький. Это неправильно! Я ж потом спать не смогу! Сестренка. Юрий, не бузи! Приказы короля не обсуждаются! Я люблю тебя, сестренка! И кто же король? Моя девственность меня обесчестили. Номер 4. Почему четвертый, долбоебина? Ты сам показал 4 пальца. Я показал, что у Чисы 1 или 3. Вы еще не исполнили последний приказ. Что тут происходит? Мы не будем за это платить. Это ты будешь нам должен. Суки, вы не представляете, как это вышло. Оплатите нам моральный ущерб. Идите нахуй. 15 минут я буду считать его человеком. Слышал, Юри? Сейчас мне интереснее, за кого она меня считала раньше. Я тебя спасу! На глубине очень страшно. Это точно. А что это? С его помощью можно разговаривать под водой. Оно проводит звук через кости. Что это за ведьмина магия? Можешь взять мою щетку. Как одолжить зубную щетку? Это еще хуже! Но если хочется, можешь оставить на одном свой засосик. Меня вдруг заинтересовала эта тема. Ты правда встречаешься с Иори? По твоему лицу уже все понятно. Снимайте одежду в кабинке! Фу, черт, дурная привычка! Эй, нельзя раздеваться посреди магазина. Вдруг твои штаны сопрут? Да тут проблема не в этом. А что, неплохо. Костюм без молнии, так что он не каждому понравится. Слыхал, Кохэй? С этого дня я буду звать тебя лучшим другом. Подходите, не стесняйтесь. На мне никто не женится. Не переживай, ты найдешь себе мужика. Нашла, из-за чего плакать. Мы каждый день без труселей ходим. Вот, это тебе, Айна. Нет!